Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде експерт в сфері ЖКГ Сергій Філіпов. Вітаю вас. Здравствуйте. Ну і нещодавно всі спостерігали, особливо це, скажімо так, особливо дісталося тим мешканцям Одеси, які живуть за пересипом, скажімо так, на селищі Котовського, коли сталася це така саме така серйозна злива. І всі бачили відео в інтернеті, викладали і очевидці, і люди, які, скажімо так, постраждали, відрами виливали воду з перших поверхів, як плавали автомобілі, не могли дістатися до роботи і навіть підвозили вантажним транспортом. Тобто все цей жах, так, і влітку, в Одесі. Я знаю, що от у нас приходять фахівці, теж говорили, що коли от йде от вода дощова, потече, так, по вулицях, ви не думаєте, що це дощова вода. Це все те, що йде з каналізації теж. Тобто, і воно, скажімо так, небезпечно для життя. І, ну, вибачте, можна було б і захлинутися водою. З іншого боку, вона є небезпечною, тому що всі здогадуються, звідкіля вона береться. І от, знаєте, в такі, скажімо, години люди якось об'єднуються, гуртуються, допомагають. А от як наша влада? Ну, яке, скажімо так, що вона зробила для того, щоб, ну, якось допомагати цим людям? Чи спостерігала, а потім сказала, ну що ж можна поробити, це негода, ну і все, і пішли далі. Ну, я коротко насчет людей, які об'єднуються, як ви сказали, не всі об'єднуються. Ми бачили тих комерсантів на грузовиках за 100 гривень, які возили людей. Також ми дуже часто бачимо, як злітають ціни на таксі. В несколько раз, поэтому это здесь не про объединение. Что? Я маю мало на увагу тих, кто постраждав саме. А, є, сусіди, да, да, да. Там, знаєте, я це мала на увазі. Локально, да. А не тих людей, які на цьому спостерігають, да. А потім на цьому заробляють. Да. По поводу власті я хочу сказати так. Дійсно були брошені абсолютно всі сили на ліквідацію тих последствий. Но, к сожалению, якщо наша власть рассчитывает на то, что всеми силами можно было бы там как-то уменьшить, да, или там полностью ликвидировать там эту стихию, ну, это неправда на самом деле, потому что те ресурсы, которые есть у горсовета, они не покрывают и наполовину того, что нужно городу, по факту. Почему такого нет? Все зависит, конечно же, от той же власти, которая эти ресурсы формирует. Ну, я хочу говорить справедливо, потому что действительно есть стихия, она там большая, какая-никакая, действительно нас затопила. Но насчет ресурсов. Первое. У нас ресурсы есть те на коммунальные предприятия, которые у нас работают. Естественно, что у нас ресурсы есть инфраструктурные. Мы вот как-то так повелось всей страной забыли про инфраструктуру. То есть мы строим какие-то там стеклянный мост в Киеве, да, у нас там взяли, отреставрировали там один дом Русова, да, там какие-то локальные вещи мы делаем, но мы забываем в целом про саму инфраструктуру, которая была построена в советские времена. Вы забыли сказать, как отреставровали. Ну да, там да, были вопросы еще к этому, к этой, если все помнят, это пластиковая бутылка, ну, да, да, вместо на голове в этой скульптуре. Ну, это детали. Комплексный подход, да, вот инфраструктуру, мы не занимаемся инфраструктурой практически никак. Это первое. Также у нас нет должных ресурсов у наших коммунальных предприятий. Потому что я вот лично не слышал, вот как пример просто приведу, я лично не слышал, допустим, вот я смотрю аппаратные совещания, смотрю комиссии, я не слышал директора, там, взять там директора коммунального предприятия, там, городские дороги или Зелентрест, например, там, задать вопрос, почему, ну, не получается так оперативно. То есть, ну, банальный вопрос, почему вот все
все заливает, почему оперативно там, или почему не получается решить вопрос быстрее? Вот так вот можно спросить. Директора коммунального предприятия не спросит, потому что он, если даже, ну, потому что на этот вопрос он бы ответил так, что у нас не хватает людей, у нас не хватает ресурсов, у нас не хватает техники. Вопросом выделения ресурсов, людей и техники занимается Одесский горсовет. Поэтому, ну, я не знаю, вот если бы им задали вопрос, например, да, там, сколько бы вы там, или подайте свой финансовый план, да, на год вперед, там, как, что вы хотите, да, допустим, за то, чтобы вы там могли заниматься этими там ликвидацией последствий. Я уверен, что сумма финансирования, которая должна быть на эти предприятия, намного больше. Но, к сожалению, наши депутаты Одесского горсовета принимают решения совсем отличные от тех, от вообще от реалий. Поэтому я говорю, что мы даже половины тех потребностей, которые нужны городу, мы не покрываем нашим ресурсом, который у нас есть. И в этом виноваты, естественно, депутаты, коллективное принятие решений, наше большинство, ну, я не знаю, я уверен, что они в курсе ситуации. Но почему происходит в городе так, ну, для меня, ну, может быть, и вопрос, а может быть, и как-то можно посмотреть на ситуацию в комплексе, и тогда мы поймем, что деньги нужны, допустим, где-то на какие-то другие, скажем так, проекты, да, то есть, начиная от, не знаю, закупки двухметровых роз, для меня это вообще абзац вот эти, на все эти там торжественные мероприятия, я понимаю, протокол, все дела, но это ж, ну, это, в этом абсолютно нет смысла. Ну, в общем, бессмысленных расходов у городского бюджета есть очень много. И, ну, один из первых, это, я считаю, лично моя позиция, это депутатский фонд. Потому что, ну, каждому депутату по 3 миллиона гривен, 64 депутата, 192 миллиона гривен. Вот если бы эти деньги можно было вложить, например, там, в структуры, в то, чтобы был ресурс, например, да, или бы вложить деньги на то, чтобы там людям помочь, вот, ну, было бы эффективнее. А так получается, что за деньги депутатского фонда, что у нас происходит? У нас происходит в львиной доле, да, я сейчас не говорю о тех депутатах, которые там деньги жертвуют там, в библиотеки, в больницы, в школы, да, это плюс им большой. Но опять же, тут за приоритетностью надо смотреть. Также это все происходит на округе. Это все равно есть доля политической коррупции, так и называется на самом деле, при том, что узаконенной нашим горсоветом и вообще в целом законодательством. А очень многие деньги депутатских фондов идут куда? На то, чтобы сделать там ремонт в подъезде, в многоквартирном доме, где собственники безответственны, которые не знают, кому они платят по факту. На то, чтобы сделать окна в этом доме. На то, чтобы сделать, не знаю, там трубы поменять и так далее, и так далее. А потом, допустим, там депутат, который это сделал, приезжает и говорит, вот я молодец, я вам сделал. Стоп, это сделали все. При том, что все горожане Одессы, потому что они плательщики налога. При том, что я почему говорю именно горожане, потому что львиная часть налога на доходы физлиц, который идет с зарплаты, они перечисляются, львиная часть остается в бюджете города. Поэтому, ну, я лично считаю, что вот этот депутатский фонд, ну, он вообще по факту и не нужен. Ну, это такая вот вещь, не знаю, такое явление, которое можно было бы вот эти там сумму денег направить. На что-то такое глобальное. Так? На что-то такое, да, более конкретное. Но для этого нужно собраться, там, не знаю, там, определить какие-то основные моменты, там, стратегию. Должна быть какая-то стратегия, понимаете? А так, ну, то, что мы сейчас видим, это все закономерный результат. Более того, я скажу так, что с той явкой, которая у нас вообще на выборах, ну, виноваты в этом в том числе и люди. Львиная доля абсолютно в этом виновата. Я, например, да, скажу так, вижу позитивные изменения вот сейчас в сфере транспорта. Да, вот сейчас там вот это кольца, разметки. Там, то есть люди что-то хотят, люди что-то делают. Да? Да, департамент наш ЖКХ тоже делает какие-то точечные изменения. Но извините, если люди хотят, выделите им деньги на их какие-то идеи, на какие-то там проекты инфраструктурные, на какие-то такие вещи. Но, к сожалению, мы выделяем деньги. А що я хочу уточнити, що які люди хочуть і їм треба виділити кошти? Этих людей фамилии мало знакомы всем, угу. Да? І їх не показывают там, ну, или очень редко показывают на разного рода там комиссиях, сесіях, оперативних совещаниях. Тобто ви не пересічних громадян мали на увазі? Нет, я имею в виду людей, которые работают в структуре городского совета, ага, но так. Они не являются депутатами. Есть люди, у которых есть хорошие идеи, здравые, классные, так. И так далее. Там, та же инвентаризация деревьев в нашем городе. Ага. Это надо сделать. У нас
получается так, что с теми же деревьями они у нас все бесхозные. Ну как, не все, практически все бесхозные, да? Коли хтось хоче там спилять. Да, если кто-то хочет спилить, загружує, то, там, то сразу, да. Сразу, само собой. А якщо воно паде на 6 автомобіль, да. То воно не наше. Да, и недавно я смотрел тоже трансляцию в нашем горсовете. Директор юрдепартамента Инна Поповская говорит о том, что у нас одесситы отсуживают деньги на ремонт автомобилей. То есть одесситы поняли, я тоже был участником такого процесса, что ну, за бесхозное дерево ответственный исполком. Значит, судиться надо против исполкома, и люди выигрывают иски. Действительно, мы даже подбивали статистику, там немалые суммы. Так, извините, вы хотите, чтобы и деревья падали, и горсовет за это не отвечал, и тому же зелентресту профильному, например, который может это реализовать, вы не хотите выделять ну, деньги. То есть, как бы, знаете, или крестик, или... Так, ну, ведома да, фраза. Да, так. Да, а мы хотим и так, и так. То же самое, там, те же наши КП городские дороги. Есть вопросы с ливневками. У нас на наших домах, допустим, которые мы обслуживаем, есть ряд моментов с дворовыми ливневками. Но эти ливневки это не наши, понимаете, по двум причинам. Первый, у нас нет землеотвода, второй, нам их никто не передавал. То есть их даже в технической документации не существует. Но зато они, допустим, после ремонта там, придомовой территории какой-то, да, обусловленной асфальтным покрытием от депутата за бюджетные деньги, эту ливневку закатали в асфальт. Ну, то есть, это же неэффективно. А потом, когда мы пытаемся прочистить собственными силами, да, там у нас лом там полтора метровый заходит на метр туда, да, и дальше он не двигается. Ну, вот как в таком случае, если она полностью вся забита? Выделите больше сотрудников, больше спецтехники, и будет результат на самом деле. Плюс ко всему, конечно же, это инвентаризация всего того, что есть. Потому что, ну, опять же, те люди, которые сейчас там работают, те ресурсы, которые сейчас там есть, там тоже все, ну, прошерстить, грубо говоря, нужно. Навести порядок в таких больших предприятиях тоже очень непросто. Также интересная ситуация с нашими ЖКС-ами. Это вообще абсурд на самом деле. Наши ЖКС-ы из бюджета города денег не получают. Но при этом сотрудники ЖКС-ов ходят и выполняют те поручения, которые им дает их руководство. То есть там уборка бесхозных территорий. Ну, слава богу, насколько мне известно, сейчас уже вроде как вопрос по тендеру сейчас решается на уборку бесхозных территорий, будут за это получать деньги. Но опять же, на какие-то субботники, на то сгоняют людей коммунальных предприятий этих ЖКСов, но им зарплату по факту платят люди за обслуживание своих домов. Это тоже нерационально. И вот если мы собираем вот такие вот нерациональные вещи воедино, добавляем к этому абсолютный фактор индифферентности наших людей, которым абсолютно все равно на эту ситуацию до тех пор, пока не пойдет ливень, да, или там не упадет много снега, мы получаем такую ситуацию, которая у нас есть. Поэтому эта ситуация абсолютно закономерна. Я уверен, что к этому готовились, да, понятно, что все смотрели прогноз погоды, были брошены все силы, но это, знаете, ну, не знаю, вот их можно назвать, вот наших этих людей, 300 спартанцев, да. Ну, они там держались, но в итоге все равно проиграли. Поэтому, если бы это было не 300, а 3000 спартанцев, я уверен, что условия были намного лучше. Как минимум, такие ситуации можно предупреждать. Тем, что там, взять там, по районам те же самые деревья. С деревьями этот вопрос можно решить. Было бы желание. То же самое с ливневками. То же самое с какими-то моментами. Допустим, вот есть яма, насколько я сейчас знаю, у нас при выезде на Черноморского казачества, как едешь с Приморской, этот газовый переулок, есть выезд туда, да, в сторону поселка Котовского. Там яма. Там конкретно даже не одна, а несколько таких ям. Была сначала на одну полосу, потом на две полосы. Можно такие вопросы решать, ну, как вам сказать, более оперативно, был бы ресурс. То есть яма появилась, да, мониторинг какой-то идет, там, или, не знаю, заявки какие-то и так далее. Все, залатали яму, закрыли вопрос. То есть, чтобы не было такого, как вот сейчас, из-за этого же пробки собираются, собственно говоря. Поэтому, да, мы можем делать кольца, мы можем делать новые развязки, но из-за ям у нас всегда будут пробки. То же самое с нашим, вот эти рельсы трамвайные, которые, ну, это же абзац. То есть, есть моменты, где это там более-менее сделаны, но такие вот там
моменты, например, там вот как переезд, там где 7-я Пересыпская, да. Там постоянно, то есть сколько там делай, не делай, но все равно будет, ну, там нужно комплексно взять и поменять. Да, для этого нужно там радикальные меры, но тут опять же деньги из бюджета. Поэтому ситуация такая, какая она есть. Угу. И мы все, к сожалению, в большинстве своем этого заслуживаем. Ну, а давайте ще поговоримо про капітальні ремонти будинків, тому що, ну, вони ж, як, ну, скажімо так, знаходяться в різному стані, і у кожного свій вік, так, скажімо, у кожного будинку. Ну, і, як то кажуть, кожен будинок потребує там різних коштів, так, для того, щоб як, скажімо так, ну, я так розумію, що це, мабуть, якась комісія приймає рішення, який будинок там в першу чергу, чи це залежить від того, наскільки сплачуються комунальні послуги? Ні, так. Чи це залежить, ну, там, я не знаю, від бажання мешканців цього будинку, вони пишуть якусь заяву, чи ще щось? От як це вирішується, і на сьогоднішній день можете навести хоч один приклад, наприклад, будинок, де є мешканці, а в Одесі був, наприклад, повністю профінансований і повністю відремонтований капітально. От просто от А до Я. Ну, капитальный ремонт у нас есть. Опять же, вот от А до Я, ну, это может быть дом Русова тот же, да? Может быть, хотя, по-моему, там еще с отделкой. Не мешкает. Ну, собственники там есть. Дело не в том, что... Я имею на увазе люди, которые живут. Он структура, ну, он в собственности, в коллективной. Между прочим, дом Русова – это ОСМД, кстати. Так, ну, у нас же есть дуже багато одесситов, которые живут, например, там в том же старом фонде. Есть капитальные моменты по ремонту кровли, есть моменты по ремонту там инженерных сетей там, и так далее, и так далее. Тобто, что больше потребует? Да, но опять же, как определить эту потребность? Mm-hmm. Понимаете, к сожалению, у нас, опять же, эта программа развития, вот она, развития жилищного хозяйства, да, это бесплатные ремонты для безответственных собственников. Вот так она называется, по факту. И она очень политизирована, к сожалению, потому что к тем деньгам, которые выделяют депутатам на депутатский фонд, еще и добавляется еще эта программа развития, ну, вот это наша программа «Жилфонд», угу, по которой проходят разного рода дома. И, ну, я скажу так, очень часто, да, есть люди, которые, ну, да, есть обращаются, вот люди почему-то думают, что им кто-то что-то поможет. Но на самом деле, ну, вот эта программа, она может покрыть, там, не знаю, 0,5% всего жилого фонда в году. И то, и это будет не полный капитальный ремонт. Поэтому имеет ли смысл вообще вот просто так бесплатно выделять людям деньги на ремонт их многоквартирных домов, если по факту они могут пользоваться энергоэффективными программами, есть государство, которое компенсирует. Я на самом деле не представляю, вот я был на одном из эфиров, там было включение из Чехии, там девушка говорит, а у нас в Праге такого понятия, как аварийный дом, не существует. Угу. Вот его нет. Да? И ну, в Европе, ну, не выделяют деньги, они понимают, что это частная собственность. Да, коллективная, но это частная собственность. Зачем их финансировать из бюджета? Я очень часто слышал там и в ОТГ, и в городах, там, где депутаты, которые, ну, выступают там на сессии, говорят, слушайте, а вот а что мы будем финансировать? Вот многоквартирный дом. Это же частная собственность. Я вот почитал, посмотрел там законодательство. Это же ваша частная собственность. Чем будем финансировать? Извините, дом, когда говорят, что у людей нет денег, да, там куча пенсионеров и так далее. Точно такие же пенсионеры живут в частных домах. При том, что в таких же ОТГ. При том, что в таких же городах. И им никто не помогает. Им никто не ремонтирует их дом. Зато наоборот. Вот эти все программы, и в том числе депутатские фонды, они поощряют что? Люди думают о том, что они могут пойти покричать, да, написать заявление, сходить в приемную депутату, и депутат сделает, да, грубо говоря. Ні, ну, різні ж, скажімо так, різні гроші мають мешканці, які живуть тут, і ті, хто, наприклад, в тій же там Чехії. Ну, смотрите, я бы не совсем с вами согласился насчет того, что у них там платежеспособность другая. Да, в Чехии люди имеют больше денег, да. Здесь речь о другом идет, что кому они платят за, и за что, это первое. И второе, это
сколько они, допустим, того же тепла потребляют, сколько их коммуналка в целом занимает. И скажу так, что мы по факту отапливаем улицу. Вот типичный ЖЭКовский дом в Одессе, так. Это дом, который отапливает улицу, платит ЖЭКу непонятно за что, и постепенно паразитирует на ресурсе своего же дома. Вот мы все, знаете, вот такое ощущение, как будто вот нас после 91-го года взяли, переселили вот сюда, да, и мы вот, ага, ничего себе, давайте, что делать, давайте паразитировать. И мы все паразитируем на нашей инфраструктуре. А наша инфраструктура, как показывает практика, она не вечна. И поэтому у нас и падают дома, и все вот это вот происходит. Поэтому до тех пор, пока мы не научимся брать ответственность за себя, за свое имущество, ситуация будет точно такая же закономерная. А ответственность это проявляется не только в том, чтобы там, не знаю, написать письмо депутату, а она проявляется и в том, чтобы пойти на выборы. Она проявляется в том, чтобы, например, там, организовать в доме ОСМД. Кто бы что ни говорил, но СМД это на данный момент лучшая форма управления, абсолютно. Она, нет другой, более лучшей формы управления на квартирный дом, чем СМД. Не знаю, там, вместе с СМД там, убедить там, соседей, там, привести, договориться между собой, привести там, двор в порядок и так далее, и так далее. У людей, поверьте мне, деньги есть. Когда говорят, что есть пенсионер, у всех пенсионеров есть родственники, у большинства, да. Есть родственники, которые ждут. Сидят и ждут, пока, не будем об этом. Поэтому та ситуация, которая у нас есть, с этими деньгами на выделение капитальных ремонтов, это горсовет уже, знаете, как от «не могу» выделяет еще какие-то деньги и спонсирует безответственных собственников, просто ремонтируя их имущество. И пока эти программы есть, пока бесплатно просто прилетает волшебник на голубом вертолете и ремонтирует людям крышу, люди никогда не проснутся и не начнут брать ответственность в свои руки. Вот до тех пор, пока будет волшебник в голубом вертолете. Как только этого волшебника не станет, пропадет такой класс людей, которые покупают квартиры в старых памятниках архитектуры, а потом ходят и кричат, чтобы вот там добиваются того, чтобы дом отремонтировали за бюджетные деньги. Да, хоть как-то. Как только его ремонтируют, человек продает квартиру по цене, которая дороже, чем он купил. Вот и все. Вот вам. Это ж поодинокі випадки, це ж не. Ну, конечно, единичные случаи, не да. Не система і. Ну, ви сказали, у пенсіонерів там є родичі, у яких є гроші. Ну, у нас трошечки в державі інша система. Там, ви сказали, сплачуємо налоги. Тобто, вони отримують маленьку пенсію. Тобто, да, пенсія маленька, безусловно. У нас є бюджет, який дуже багато от у нас респондентів приходять і кажуть, що він його використовують не так, як потрібно. Там прикладають по кілька разів плитку чи ще щось. Тобто, хай воно так і продовжується, а от що ж касається будинків, нехай ремонтують мешканці і їх родичі. Ні, по поводу денег на там, благоустройство і так далі, це окремий вопрос. Зараз ми беремо конкретно деньги на капітальні ремонти. Вони у нас виділяються вже дуже-дуже багато років, при тому, що по всій країні. Эти деньги, они по факту уходят, не то чтобы уходят никуда, да, происходят какие-то ремонты, но люди этого не ценят. И это очень быстро портится. Это яркий пример, это программа по лифтам, по замене модернизации лифтов. Да, супер программа, много денег выделено, много лифтов поменено. Но если мы возьмем дома ОСМД, которым лифты поменяли, где есть там председатель, член правления, который людям на собрании объясняет, что ребята, нам меняют лифт, и нам больше его никогда не поменяют. Запомните. И вот этот лифт, он будет с вами еще на 25 лет. Вот так как вы его сейчас сохраните, вот такой вот он и останется. Поэтому давайте беречь наш лифт. А есть люди, которые у них нет ОСМД и тоже в этих домах меняют. Поэтому люди, о, классно, поменяли лифт. Давайте мы поплюем и попалим кнопки еще и в этом лифте. И таких случаев очень много. Люди не ценят, люди чувствуют себя, мы по факту, знаете, как вот мы арендаторы нашей страны. По факту. Просто арендаторы. Мы арендуем и паразитируем. При том, что мы платим. Мы не платим за аренду практически ничего, и мы почему-то думаем, что все нам должны. А нам никто ничего не должен. Пока мы это не поймем, у нас результатов никаких не будет. И вот с нашими пенсионерами я скажу так. Колоссальных денег на то, чтобы привести свой дом в порядок, не нужно. Я тому свидетель. Есть, допустим, возьмем цену там, которая есть там, не знаю, в ЖКС, средняя по городу, нашей квартплаты. Да? За ту же сумму, которую квартплаты люди принимают такой же размер,
например, взноса в УСМД. У меня есть масса примеров, где дома поменяли инженерные сети, заменили то, пятое, десятое и так далее, и так далее. И воспользовались энергоэффективными программами, и дальше развивается. Поэтому главное здесь желание. Еще один яркий пример, где взять деньги тем же людям, извините меня, операторы, провайдеры. Я об этом очень часто, очень много говорю, и у вас тоже говорил, это наше коммунальное предприятие Одесские инженерные сети. До сих пор нет никакой резолюции, нет никакого результата по ним, хотя об этом в СМИ было сказано очень много раз, я об этом выступал на комиссии в прошлом году. Все провайдеры-операторы в ЖЭКовских домах платят в это, за размещение сетей в это коммунальное предприятие. Куда идут эти деньги, неизвестно. По факту ничего не делается. Весь наш центр города вот в этих соплях в проводах, половина из которых давно не работает, потому что операторы-провайдеры, они же не вынимают всю кабельную линию, когда абонент отключается и переходит к другому провайдеру, оператору там, интернета. Да? Они просто его отрезают, и все, и линия остается. И вот город весь в этой паутине находится. Поэтому в домах ОСМД вот эти операторы и провайдеры, они прекрасно платят на счет ОСМД. Да, это немного. Это там условно 100 гривен в месяц с одного оператора или провайдера. Да? Но умножьте на 5 лет, допустим, у нас есть СМД, который уже 5 лет, слава богу, и это выйдет немалая сумма. Поэтому ну, здесь уже как бы людям выбирать, они готовы взяться, быть ответственными за свое имущество или не готовы. И это вообще не сложно, это абсолютно не сложно, это просто нужно взять и захотеть. И там, не знаю, встретиться с соседями не просто там побурчать и поскандалить, а... Ну от я тільки хотіла сказати, в цьому питанні, мабуть, треба бути однодумцями, тому що, знаєте, дуже часто, коли от йде вирішення якихось питань, те, що СМД, збираються там сусіди, і завжди якісь суперечки. Хтось хоче, а хтось каже, давайте будемо шукати іншого. Оце постояли, побалакали і розійшлися по своїй домівці. Давайте от спросимо наших телезрителей. Да? Допустимо, там, не знаю, якщо б їх всіх посадити в залі, отак от і спросити, подніміть руку, хто не хоче навести порядок в своєму многоквартирному домі. Всі хочуть. А що ви зробили для того, щоб да, навести порядок в своєму многоквартирному домі? Вони скажуть, ми сплачуємо комунальні послуги. Ну, тогда секундочку. У нас є там вода, да, водоснабження, водоотведення. Здесь все понятно, счетчик. Електроенергія теж счетчик, вивоз мусора. Газ. Там отопление, газ, да, здесь как бы все плюс-минус понятно. На содержание своего дома. Законодательство отделяет жилищную услугу по управлению от коммунальных услуг. Кому и за что люди платят? Люди не знают, что с 2015 года, вернее не так, с 2015 году был принят закон, и по которому он должен был пройти конкурс на определение управителей в домах, которые не создали ОСМД или не выбрали управителя. Прошел конкурс, повыигрывали наши КПЖКСы. Но сумма, сколько платят люди, там, СДПТ, квартплата, взнос на управление домом, в ЖЭК или кому-либо иному, абсолютно, эта сумма утверждается только людьми, только со собственниками этого дома и только на общем собрании. Поэтому если люди платят, им выставляют платежку с какой-то цифрой, пускай люди посмотрят, что это за цифра, кому она идет и на основании какого документа они платят эту цифру. Потому что ну, в львиной доле случаев, да, когда мы там на тот же ЖКС ругаемся, да, типа вот там они ничего не делают. Окей, вопросов нет. Давайте мы посмотрим в договор с ЖКСом, да, а получается так, что ну, люди платят копейки, и эти копейки по факту идут только на какого-то дворника, допустим, который там метет придомовую территорию, и эти копейки идут на электроэнергию вместо общего пользования лифтов и там на там, какая-то там административная составляющая, и все, ни на ремонт, ни на что денег нет. Так подождите, мы же платим, так что вы платите? Цена на услугу по управлению домом договорная, все, это только договор. Другой вопрос, почему ЖЭКи не отказываются от домов, если им это невыгодно. Это другой вопрос, потому что на самом деле, да, согласно договорам на управление, ну, цена договорная, и если одну из сторон не устраивает условия, или люди не хотят принимать другие условия, то управитель имеет право отказаться от договора. Почему наши ЖКС не отказываются от домов? Ну, для меня это вопрос и загадка. Потому что на самом деле нужно приходить к людям и говорить, друзья, ваша собственность, вы за нее ответственны. Все, вот мы предлагаем такие условия. Другой вопрос, что у нас еще и конкурс был прописан вообще интересным образом. У нас по факту те же дома-памятники архитектуры, да,
по которым тоже проводился конкурс. У них, ну, им назначили там тарифы такие же, как и для хрущевок, например, на Черемушках. Почему так произошло? Потому что ключевым критерием выбора победителя была цена. Там было 100 баллов, 50 баллов – это была цена. Ну как можно соревноваться ценой, да, в дом, который есть хрущевка, и дом, который есть памятник архитектуры? Как можно соревноваться ценой, если мы не определяем состояние дома? Если мы не определяем... И это все от министерства идет. Как можно соревноваться ценой, если там вообще... Это две разные цивилизации вообще строили эти дома. Два разных общественных строя. И у одного свои потребности, у другого свои. И переравнивать их друг к другу, и делать какое-то среднее по палате, и при этом какими-то там копейками по сравнению со всем городом помогать каким-то единичным домам, которые проголосуют потом на виборах. Ну, це абсурд. Ну, на цьому зараз зупинимося, бо у нас вже вичерпаний час в ефірі. Дякую за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був експерт серії ЖКГ Сергій Філіпов. І спасибі вам за те, що цей час приділили нам. Побачимось.